сегодня. Я хочу спать, но я уже заправила постель, умылась, почистила зубы. Осталось привести вот это в порядок. Погнали. Для вас это будет секунда, для меня вечность. Ну что, гайз, я немножечко вернула себе нормальный внешний вид для того, чтобы пойти в школу. Несмотря на то, что голос все еще хрипит, и я не привыкла общаться по утрам, но мне пришлось побороть себя ради вас. И да, запомните меня такой, с красивыми кудряшками, потому что в школе будет ад. Кстати, не знаю почему, но именно по утрам я ненавижу завтракать и кушать в принципе. Поэтому иногда я беру с собой что-то наподобие вот этого, чтобы хоть как-то жить, существовать. Погодка, конечно, так себе, но тем не менее у меня начинает появляться настроение. Не знаю, с чем это связано. Может, потому что я снимаю влог. Может, потому что сегодня более или менее утрамбованный день. И я точно знаю, что меня ждет. А я люблю точность. Я же вас предупреждала, что все будет плохо. На самом деле я ждала чего-то хуже. Но нет. Через 3 минуты у меня первый урок биологии. Кстати, в связи с пандемией в моей школе было принято решение, что у каждого класса должен быть свой кабинет, и мы не имеем права шляться по школе, если в этом нет необходимости. В общем, мы пережили всего лишь 2 урока. Осталось пережить еще 3. Итого 2 русских и 2 русских, 1 литература и 2 английских. Больше всего не хочу на 2 английских. Интересно, почему? Все. Ну и как вы можете заметить, мы, конечно же, соблюдаем школьные и пандемические правила. Однако, как вы заметили, масок мы не носим, и наши средства защиты – это измерение температуры утром перед школой и вот такие антисептические средства, которые находятся на каждом этаже перед туалетом. Ничего нового. Школа. Я даже не знаю, что вам показывать такого. Мои игры на перемене. Стал амбассадором. Нет, амбассадором активируется. Что ты смотришь? Покажи. Вот покажи мне. Чьи доклады в вашей жизни? Когда не ходишь на физру, ну хотя бы что ты делаешь, да? Хоть какой-то плюс, да, для тех человек, который вечно жрет зелень. Здесь нет меня! Кстати, да, за достижение в спорте и за вынашивание моего мозга. Обзор вашей жизни. Единственный туалет, за который не сидит. Ну, а в основном мы стараемся бороться с вирусом, и моя школа продолжает жить своей жизнью. Надеюсь, все будет хорошо. В общем, да хватит ныть. У нас сейчас будет английский, у нас траур, но... Прикинь, смотришь мой блог. У Богдана траур. Богдан, почему у вас траур? Это английский. Ты же английский. Зона отдыха. Любимое место.
Дети сильные. Прикинь, сейчас телефон просто упадет. American school check. Это я, и это учеба. Интересный факт. Моя школа настолько большая, что в ней еще осталось овер дофига неизведанных нам мест. Минуту назад мы были там, а мы же тут. Я уже видел всех, кто выходит, и всех, кто заходит. И продолжаем. О, я вижу из окна людей. Забрели непонятно куда. Все ради влога, все ради влога. Сам, я же не сказала, Вань. Школа закончилась, и сейчас я иду к своей сестре, иду на английский. Почти 2 или 3 часа я занимаюсь английским со своей сестрой, а после я иду на математику, так как мне очень скоро сдавать ЕГЭ. И вот я наконец-таки возвращаюсь домой. Мне уже реально не верится, что этот день заканчивается, потому что он был супер перегружен. Думаю, вы сами это видели. Но он подходит к концу. Осталось снять только вечернюю рутину. Поэтому все просто прекрасно. Ну что, Катя, прошло 15 лет, я закончила свою домашку. Я даже успела приготовить вещи на завтра, собрать портфель. И единственное, что мне остается, умыться и ложиться спать. Ложитесь спать, чтобы проснуться опять в 6. Нафига? О, господи, не пугайтесь, гайз. Я просто сходила в душ и сделала себе маску. Сказали, что она тонизирующая, но она меня выбесила, просто я не знаю, как что. Но какие, блин, лица рассчитаны эти маски, мне кто-нибудь объяснит? Пофиг, я выгляжу как старушка или как панда. Ох, май гадныш. Дети мои. Не ржи, не ржи, не ржи. В общем, сейчас она протонизирует меня, потом я ее сниму и пойду сушить волосы и, наверное, сразу их выпрямлю. Кстати, лайфхак от меня, выпрямляйте волосы вечером и на утро раза в 2 просто выпрямите и готово. Пользуйтесь, гайз. А я погнала сушить волосы. Я реально как старушечка. Ууу, деточки мои. Ну что, гайз, я пойду ложиться спать. У меня уже очень поздно. Выпрямила свои волосы. И завтра мне их останется только пару раз выпрямить. И все, прическа готова. Надеюсь, завтрашний день пройдет не менее успешно. Спасибо вам за день. Обнимаю каждого. Обожаю каждого. Всем пока-пока.